пока что-то ничего. Ну, мы не умываем, да, мы ждем, надеемся. Классно, ребят. Небольшой капли. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на канал Карпидио. Сегодня мы с вами в Голландии. Приехали на озеро. Будем рыбачить на карпы. Привет своему сыну Давидке. Привет, привет. Всем привет. Вот. Все время 9 часов утра. Вот. На этом озере мы уже когда-то рыбачили. Есть видео у меня на канале про эту рыбалку. Напишу обязательно в описании под видео. Оставлю ссылочку. Вот. Но сегодня хотим еще раз попробовать на этом озере. Посмотрим, что у нас получится. В общем, желаю вам приятного просмотра. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, обязательно на все отвечу. Но у нас рыбалка начинается. Поехали. Так, друзья, ну что, мы на месте. Вещи притащили. Вот. Вот такое здесь небольшое озеро. Рыба здесь есть, я думаю, надеюсь. Но мужик только что вытащил карпу прям при нас. Так что быстренько раскладываемся, забрасываем и рыбачим. Не будем долго болтать. Так, ну вот. Вот такая у нас кормушка на 80 грамм. 6-7 мадонов, опарышей. Вот, и забрасываем. Что-то не идет. Я запутался, что ли? Чуть-чуть правее улетело. Так, друзья, мы сидим уже полчаса примерно, пока глухо. Другие ловят, вот там мужик напротив поймал хорошего карпа только что. Вот, сбоку здесь поймали. А у нас пока что-то ничего. Ну, мы не унываем, да, мы ждем, надеемся. Вот сейчас, может быть, возьму, перезаброшу. Если через полчаса ничего клевать не будет, то, может, одну удочку поставлю. На пелец. Чё, мне кажется, если на пелец может клевать. Блин, сорвался. Сука. Сучара. Не знаю. Крючок оторвал? Нет. Сорвался. Нет, крючок не... не оторвал. Нет, крючок на месте. Класс. Отцепился. Вот так вот насажен опарышек. Смотрите, вот так нужно его за попку цеплять. Не за голову, тогда он дольше будет живой. До самого краешка. Раз. Вот чуть-чуть получается. Сейчас мы опять же карабинчик. Вот такая вот снасть. Там удочки.
кофе. Вторая поклевка. Одного мы только что пустили с Давидом. Да, Давид? Надеюсь, сейчас этого поймаем. Понятно, что такое карп. О, маленький белый амур. Смотри, что делает. Да, это. Смотри, какой белый амур. Я такого ни разу в жизни не ловил. Классный. Алло. Боже, какие звуки издают. Классно, рыбёха. Ну, что-то он весь пораненный. Они их здесь ловят, они их не забирают, отпускают им. У него вся пасть. Так, надо крючок у него вытащить. Дай, дай, пожалуйста, вот там вот такой. Дай мне вот эту мою коробочку. Махни. Да, пока. Такая красивая рыбка, друзья. Сейчас постараюсь показать. Его еще раз. Первый раз в жизни я себе такую поймал, маленького белого амура, не дается взять себя в руки. Фух. Ну ладно, начало есть, сейчас перезабросим, может что-нибудь покрупнее будет. Так, давайте его. Чтобы этот карп не сошел, быстренько ставьте лайки и подписывайтесь на канал.
небольшой карпик. Вот такая вот херня, да? Ах, слов нет. Что сделать? Вы все видели? Друзья, ну, это рыбалка, что сделаешь, да? Не всегда, кстати, удачная рыбалка бывает. Вот видите, вот этот год, я говорю, какой-то прям мне это самое, не прет, и все покамись. Ну, ладно, еще только начало лета. Будем надеяться, что самое интересное еще впереди. Если вам не безразличен канал Карпвидео, поддержите, пожалуйста, лайком. Напишите ваш комментарий в поддержку. Вот. Подпишитесь на канал, если подписались. Это очень важно для меня и для развития канала. Ну а мы заканчиваем на этом нашу сегодняшнюю рыбалку. К сожалению, неудачную рыбалку. Ну как неудачно? Одного поймали мы, небольшого амура. Ну вот, видите, хотелось, конечно, такой на мажорной ноте закончить сегодняшнюю рыбалочку. Но, к сожалению, отцепился. Ладно, бывает такое, ничего страшного. Друзья, всем пока. Желаю вам здоровья. Выезжайте на рыбалку, выезжайте на природу. Отдыхайте с семьей, по одному, в общем, как хотите. И смотрите канал Карпвидео. Все, всем пока. До новых встреч на канале Карпвидео. Вон, рыба плавает, видно. Рыба есть. А не берет, зараза. Что-то мне нравится. Что-то мы не так делаем. Там плюхается. Вот. Ух ты. Под носом.